В новом пакете помощи в сфере обороны и безопасности США для Украины будут предоставлены американские самоходные зенитно-ракетные комплексы «Авенджер». Об этом сообщает советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. В Белом доме Салливан заявил, что новый пакет помощи будет нести важный вклад для противовоздушной обороны. «Усиленная противовоздушная оборона будет критически важной для Украины, поскольку Россия продолжает использовать крылатые ракеты и беспилотники иранского производства для нападения на критически важную гражданскую инфраструктуру», — сказал Салливан. Он не стал обсуждать общую сумму финансирования, но отметил, что оно будет включать ракеты «Стингер» и 4 комплекса «Авенджер». ANTWQ-1 «Авенджер» — это американский самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия, установленный на шасси американского армейского внедорожника «Хамви». Комплекс разработан американской компанией Boeing Aerospace Company вместе с General Electric. Он предназначен для поражения воздушных целей на высотах от 500 до 3800 метров и дальностях до 5,5 километров. На ЗРК установлены 2 контейнера по 4 ракеты FIM-92 «Стингер», зенитный пулемет «Браунинг М2» калибра 12,7 и оптико-электронная станция. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления. Система обнаружения является всепогодной и обеспечивает обнаружение целей при любых условиях видимости за счет встроенного тепловизора. За счет высокоманевренных ракет, способных самостоятельно наводиться на цель, крупнокалиберному зенитному пулемету и высокому уровню автоматизации этот комплекс должен стать эффективным и дешевым средством противодействия крылатым ракетам и иранским баражирующим беспилотникам «Шахет-136», с помощью которых Россия неоднократно совершала террористические акты на территории Украины. Применение в зенитном комплексе относительно дешевых и распространенных ракет от переносного зенитного ракетного комплекса FIM-92 «Стингер», которые массово поставляются в Украину с западными странами-партнерами, позволяет ему быстро интегрироваться в украинскую логистику и встать на боевое дежурство. Кроме использования «Авенджер» в качестве мобильной огневой установки для борьбы с баражирующими боеприпасами и крылатыми ракетами, этот зенитно-ракетный комплекс также может усилить противовоздушную оборону подразделений сухопутных войск на передовой, защищая их от вражеской армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов. Значительным преимуществом нового ЗРК над обычным пехотным расчетом с переносным зенитным комплексом является то, что «Авенджер» может работать во время движения комплекса в колонне техники, тем самым обороняя ее на марше. Также «Авенджер» способен одинаково качественно работать в любых погодных условиях и в любое время суток, что является слабым местом пехотных расчетов ПЗРК. Спасибо за просмотр. Слава Украине!